Pues bueno, nos pueden divulgar de que manda él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Я еще команда там почти меня предупреждала, что они не будут спросить, если надо ли рубить. Вот, тут мы можем рассказать. Так, восьмая команда UDS Лавань. Значит, мы решили сегодня вам не рассказывать секретики, оставить много сюрпризов на завтра. Что мы делаем? Мы делаем суперклассного телеграм-бота, который невероятно круто можно монетизировать. В чем суть? Женщины, они такие сложные, они вот нет, чтобы вот позвонить нормально врачу и спросить. Нет, гораздо лучше зайти на форум и написать вопросик, какой-то чатик, подружке позвонить, если что-то боится. Вот. Поэтому мы решили создать телеграм-бота, в котором любой человек может написать запрос. Например, у меня болит нога и почему-то живот. Помоги мне, пожалуйста. И с помощью NLP мы собрали свой датасет, который мы сейчас процессим. Вот. И будет выдаваться рекомендация, к какому врачу лучше обратиться. Но помимо этого также будет выдаваться геолокация. То есть, если вам, например, нужно к педиатру, потому что у вас болит живот, то, например, вы отправляете свою геометку, и вам в ответ присылается ближайший педиатр, например, в вашем округе или там еще чего-то. Вот. Это можно очень круто продать, например, страховым компаниям, потому что они будут заинтересованы в том, чтобы вы показывали их геометки с картой ближайшая, пускай это будет не ближайшая к вам больница, но вы дороже заплатите, и им будет интереснее то, что вы покажете их геометку. Плюс можно куча рекламы. Такие телеграм-боты сейчас очень успешно продаются. Вот. Больше подробностей и интересностей вы увидите и услышите завтра. А пока что это будет раскрыто. Вопросы? А поймать продвинуться, пройдите меня. Что где? По вашему обучению продвинуться, если мы с вами Саша подойдем, то можно будет посмотреть? Ну вот давайте чуть-чуть позже. Уже я могу. 5 минут. Ну, после вопроса я вам прошу телефону удачи, я расскажу вам одну баночку на ту минуту. Ну потом тогда. Интриги на интриги просто. Еще вопросы, комментарии, рекомендации, мнения? Прям все так ясно, понятно, очевидно? Вопрос, насколько это завтра будет готов? Вы считаете, поддержу вас на карту? У нас уже готов телеграмчик есть. У нас уже мы очень долго, короче, собирали на... Мы собирали свой датасет. Нигде в интернете не лежит такого, что прям вот можно было купить за $26 это сет с болезнями на 4000 и прочих. Вот. Но мы его не купили, мы собрали свой, скрепили данные с форума. Можно завтра приходить немножко больных, он будет тестить. Да, можно попросить, если кому-то не понравится наш бот, мы сделаем кого-то больным. Я на самом деле не сильно уверен, что контекста хватит для точного определения. Ну смотри, дело в том, что текст пахнет со спором, то есть там сразу есть метка, к какому врачу они приписывают. Ну смотри, простой пример, у меня болит нога. Она может болеть по... Ну типа большинство таких стандартных вопросов пойдет к терапевту. Ну терапевт это как бы тот чувак, который я с тобой не знаю. Ну это как ресепшн для врачей, терапевтов.
Ну, не совсем, но да. Ну, anyway, это будет, по крайней мере, лучше, чем женщина, которая там напишет, что вот у меня там сильно болит, не знаю, мозг. То есть можно на данный момент заменить все это, если это просто не позже? Ну, это будет не совсем прикольно. Это же машин лёрнинг. А, ну, машин лёрнинг? Можно задать 53 вопроса, и потом создать индикатор. Ну, и плюс, кстати, там есть очень много разных врачей. То есть там есть такие врачи, которые там, например, сегодня мы сидели и делали какой-нибудь хороший какой пульмонолог или там... Патологоанатом. Ну, патологоанатом, кстати. Идите к патологоанатому, там есть такой... Записывайте заранее. Там нет такой категории. Вот, поэтому... У меня лежит друг, да. Ну, и, кстати, еще один момент, что... Даже если там собрать антитерапевт, то есть просто люди, которым можно с кем-то потерпеть, то это тоже, мне кажется, нормальная фишка. Так, еще конструктивное дополнение мнения вопроса. Ну, тогда спасибо большое. Давай, давай. Ну, на самом деле, это достаточно идея красивая. И дает вдумываться и ноги, буквально, когда же это было. Вот мы спросили конец августа, так начался с тебя. Вот в конце августа Виталана Смитский была разноцентным партнером Дататона. В принципе, он был похож нормально на наши нынешние мероприятия. И пришли вы, ребята, со своим концертом. А южные годы видят стартап, когда спросил доктора Ру, то есть нам раз люди задают вопросы, а врачи должны их отвечать. И, соответственно, они хотели видеть ровно то же самое. Чат-бота, который по вопросу скажет, там, к какому врачу лучше обратиться. И машинного никакого не было, какие-то ребята что-то пытались сделать, но на руки говорили, ну, просто подучиться надо, ничего не получалось. Потом ребята вдруг расстроились, пошли в курилку и встретились там, но друг с другим что-то рассказали про свою боль. Ну, в общем-то, он запилировал с оставшимся временем до конца катона, он нормальную нейроночку, ничего там особого не было, чуть-чуть дальше. Вот тут тоже просто надо понять, там, где мусор. На что иммунную нейрочку настраивает, там парочку параметров подпоставил, правильно, и все. То есть, и эти ребята выиграли практически. То есть, за счет того человека, который изначально не мог информацию, которого на этой курилке, ребята выиграли. Поэтому мораль базы, если вам что-то не получается, не стесняйтесь писать об этом, например, в Телеграм, прокурение, сам как не был. Можно написать про свою телеграм, возможно, вы найдете прямо на мероприятии того человека, кто вам поможет. То есть не будете делиться своей болью. Ну и второе, ресурсы делают всевозможными способами, и не поэтому это бывает эффективно. Спасибо. И теперь Виталий Смитский.